Приветствую вас на канале «Цвет настроения». В данном видео хочу поделиться с вами удивительной историей жизни американского доктора с русскими корнями Майка Варшавского. Как мальчик из простой русской семьи стал мировой знаменитостью и почему журналисты ведущих мировых изданий выстраиваются в очередь, чтобы взять у него интервью. Михаил Варшавский, так доктора Майка зовут по-русски, родился еще в СССР, в столице Мордовии, Саранске. Мама Варшавская была профессором математики, отец врачом. Еще у Михаила есть старшая сестра. Варшавский переехал в Соединенные Штаты Америки вместе с семьей в середине 90-х годов, когда был еще ребенком. Переезд в семье дался непросто. Матери пришлось работать уборщицей, а отец был вынужден заново получать медицинское образование. Однако постепенно жизнь в США наладилась. В старших классах приятели Варшавского уже знали, что его отец работает врачом, и часто обращались к нему со своими спортивными травмами. В итоге сам юноша получил прозвище «Доктор Майк», которое с ним и по сей день. Майк рассказывал, что в школе стеснялся разговаривать на людях и заводить разговоры с девушками. В колледже он решил изменить ситуацию, выйти из зоны комфорта и научиться общению с противоположным полом. Обрести популярность ему помог Инстаграм, который Майк стал вести еще во время учебы с 2012 года. На своей странице он пытался разрушить стереотип о том, что у студента-медика в жизни нет времени ни на что, кроме учебы. Благодаря привлекательной внешности молодой доктор набрал огромное количество подписчиков. Однажды на его снимки обратил внимание один из корреспондентов и пригласил на фотосессию. Публикация в известном журнале стала для Майка первым шагом к мировой популярности. Сейчас у Майкла более 3 миллионов подписчиков в Инстаграм. Его часто приглашают на различные телевизионные шоу. Поклонники Варшавского считают, что ему самое место в модельном бизнесе, и он вполне мог бы совмещать подиум с профессией врача. В ресторанах, на улицах люди часто просят меня сделать с ними селфи. «У меня никогда не было такого раньше», – рассказывает Варшавский. «Вообще я достаточно стеснительный, и мне было сложно, когда кто-то проявлял повышенное внимание. Но теперь все изменилось, сейчас я даже этим наслаждаюсь». Популярность, которая внезапно обрушилась на доктора, пошла ему на пользу. Так руководство приложения для знакомств предложило Варшавскому провести благотворительную акцию под названием «Свидание с самым красивым доктором планеты». Интернет-пользователи могли провести с Майклом вечер за $10, пожертвованных его фонд. «Благодаря интернету сейчас возможно все. Очень рад, что меня решили поддержать таким образом», считает доктор. Что же касается личной жизни красавца доктора Майка, то необходимо отметить, что на сегодняшний день он не женат. В 2016 году в прессу просочилась информация о том, что Варшавский встречался с первой красавицей мира, обладательницей титула «Мисс Вселенная 2015» филиппинкой Пией Вурцбах. А этим летом доктор Майк вновь стал героем мировых новостей. Он спас жизнь человеку в самолете. Инцидент произошел в июле месяце этого года во время полета из Нью-Йорка в Тель-Авив. Один из пассажиров стал задыхаться. Оказалось, что это анафилактический шок. Варшавский сразу пришел на помощь. Майк не считал свой поступок геройским. Говорит, что просто делал свою работу. А вот его подписчики назвали Майка не просто хорошим врачом, фантастическим красавцем, но и человеком с большой буквы. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!